Ну все, забрал, оформил. Вот он, пепелац. Все, поедем на мойку. Такой вес кожа. Синий кожа. Он тут подсветку, короче, сделал. Ну прикольно вообще смотрится. Не сказать прям, что шляпа. Тут кнопка, короче, нажимаешь. И у тебя такой... Амбилайт, ёпта. Ну, красный прикольный по цвет приборов. Вот такой. Блять, не такой. Моргает вот. Все приятненько, чистенько. Ну, в плане нет износа салона. Тут что у нас? Электро. Камеры 360, обзорки. Вся херня мурня. Запаска. Стандартно. Нормальная машина за свои деньги. Из этих китайцев он так более-менее.